Нельзя не отметить и эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием наших партнеров из Ирана и Турции. Совместными усилиями нам удалось многого достичь. Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован. Владимир Путин также отметил возможность обеспечить возвращение в Сирию беженцев. Сегодня за пределами страны находится около 6,5 миллионов ее граждан. Они могли бы участвовать в восстановлении региона. Сейчас, когда на большей части территории Сирии наступил мир, спокойствие, есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев домой. И, конечно, важно, чтобы этот процесс шел естественным путем, без принуждения. Каждый сириец должен принять решение самостоятельно, получив достоверную информацию о положении дел у себя на родине.